Смотрите, общественные слушания, еще раз говорю, было 8 чиновников посадовых осип и 7 представителей громады, без указания адреса вообще, фамилия и все. Вот и это общественные слушания, инициалы. И больше ничего. Какие это общественные слушания? Зрозуміло. Я хотів би, щоб ми підвели певні підсумки нашої дискусії, все-таки повернулися до питання пошуку компромісу. Яким ви бачите компромісне рішення, яке задовільнить і один бік, і головне мешканців п'ятихаток, які сьогодні активно виступають на захист свого природнього життєвого середовища. Яким ви бачите це рішення? Скасування рішення міської ради, зміна ділянки для розширення гольф-клубу, так як це пропонувалося на зборах. Будь ласка, називайте себе тільки. Емілія Грєкова. Я хотіла би сказати, що ми не проти гольф-клуба. Пожалуйста, вот эту територію, яку вони зайняли, пусть це буде тренувальною олімпійською площадкою, пусть там хоч і тренуються діти, а большую площадку для гольф-клуба они сделают на свободной территории, там, где нет леса. У нас такой территории достаточно. Зрозуміло. Будь ласка, пане Євгене, можливо, ви можете запропонувати якийсь варіант компромісний, який... Я хотел бы сказать немножко о том, что, как сказал Юрий, они ведут юридическую работу и общественную. Я согласен с тем, что необходимо дать юридическую оценку всем тем действиям, которые были совершены. В принципе, насколько мне известно, публично заявлял Юрий Анатольевич, что он не против, чтобы было проведено расследование, были поданы определенные документы в прокуратуру, и только суд может принять решение, законно это было, незаконно. Что касательно общественной работы, мне бы, как жители пятихаток коренному, не хотелось, чтобы в дальнейшем происходили такие же конфликты, как мы все видели, было последний раз. Я точно знаю, что к этому не имеют никакого отношения сами жители, и они оказались заложниками. И вот мне не хотелось бы, чтобы в дальнейшем, когда все уляжется, по итогу крайними окажутся жители. Не таємниця, що цю ситуацію конфліктну деякі сили, я не називаю їх, намагаються використати з метою самореклами або самопропаганди. Це обідне, що жителі п'ятихаток їх використовують. Добре, дякую. Пане Юрію, як готові ви далеко і ваша громадська організація піти у пошуку компромісу? Не у розвитку конфлікту, а в пошуку компромісу для того, щоб цивілізовано зняти напругу навколо цього питання? Я в самом начале уже сказал, какой может быть компромисс. Частный бизнес пришел, говорит, я хочу у вас забрать кусок леса, а для этого я вам разрешу пользоваться лыжными дорожками. Вот фраза его, которая была. О чем можно говорить? То есть пришел злодей, забрал у вас полквартиры, а теперь, говорит, я вам разрешу ходить вот тут в туалет с 7 до 8 утра и с 18 до 19. Так, мы будем идти юридическим способом дальше, будем выходить на мировую общественность, я же уже сказал. На следующей неделе будет опубликовано это письмо и размещено во всей СМИ, переведено на 3 языка. А что это дать? От звернення в них, что мало своих проблем, что они будут разбираться еще нашими проблемами, если мы у своему доме не наведем порядок? Это будет превентивно, пусть знают, каким образом бизнес вместе с властью здесь издевается над людьми. Вот и все. Вы бачите такой вид компромисса? Мы себя защищаем. Я могу добавить касательно международного резонанса. Я все-таки еще хотел напомнить, что Украина является одним из первых подписантов так называемой Орхусской конвенции, которая предполагает предварительное обсуждение общественностью всех экологически значимых проектов и предполагает участие общественности. То есть вы пропонуете повернуться до громадского обговорения, громадских слухань? Абсолютно правильно. То есть для того, чтобы, во-первых, должно быть отменено решение в той части, что касается лесопарка, и проведены общественные слушания с учетом всех, как говорится, с учетом всех мнений, с учетом всей информации, которая должна быть предоставлена общественности. Потому что, я и закончу мысль, потому что у нас очень часто городская власть, выделяя земельные участки, ведет себя как наперсточник, указывает адрес, а оказывается, что это рядом с этим адресом на самом деле лесной массив или еще какая-то вкусная территория. До речі, якщо я не помиляюся, громадські слухання може ініціювати не лише влада, а й самі мешканці, члени територіальної громади, підготувавши відповідне рішення, там за скільки, якщо, пане Ігорі, можливо, ви додасте, можливо, проведення таких слухань чи ні?
Можливо, можливо, але це рішення приймає міська рада. Так. Что я хочу сказать? Понимаете, ведь хотелось бы все-таки, чтобы харьковчане слышали хотя бы немного правды. Ведь когда смотрите вы на спутниковых каналах гольф-соревнования, вы видите прекрасно, что на этих площадках обязательно присутствие многолетних деревьев. Обязательно. То есть речь идет о частичной вырубке. И примерно треть деревьев, и далеко не всех. Лучшие деревья, именно поэтому там стоят крестики. Но никто, как Кальченко, не забивал в дубы гвоздей. Вы это делали не так давно. Я лично? Да. Со своей командой. Завтра на вас в суд подадим за эту информацию. Подайте на меня в суд. Поэтому речь идет о частичной вырубке. Тут нужно об этом говорить. В этом состоит компромисс. Частично это близко 6 тысяч деревьев. Яка да, цифра это примерно на... треть тех деревьев, и лучшие деревья будут оставлены. Назовите по пункам это видно. Назовите громко. 6 тысяч, близко 6 тысяч дерев, можливо, я помиляюся, можливо, жители п'ятихаток рахували, скільки підлягає вирубці дерев, будь ласка, скажіть. Около 6 тысяч, действительно. По нашим данным, то есть та информация, которую нам говорили, это 6 тысяч деревьев. Но проблема не только 14. В деревьях. Проблема в том, что эта зона будет выведена из зоны общего пользования путем ограждения забором. Есть такая информация? Да, и... есть. А это место, это... И не ходить. Так еще раз. А это место, это то место, где отдыхают, где проводят свой досуг, где занимаются спортом 18 тысяч жителей поселка Пятихатки не только. Лесопарк – это то место, которое доступно для каждого жителя города Харькова, то место, которое они любят и ценят. И харьковчане, вот мы сейчас общаемся с другими районами города Харькова. Мы, с городами уже другими. Они прекрасно понимают, какую ценность для них представляет лесопарк. Они понимают, что ни один гольф-клуб, ни один стадион, ни один торговый центр не заменит им той ценности, которую для них имеет лес. Скажите, будь ласка, знову таки запитання до членів ініціативної групи. Який на сьогодні компроміс вас влаштує? Тобто ви готові повернутися до громадських слухань? Будь ласка. Нас, еще раз подчеркиваю, то есть мы не против спорта, мы не против гольф-клуба, мы не против развития этого вида спорта для Украины. Но мы против того, чтобы эта территория была выведена из общего пользования, против того, чтобы были вырублены деревья. Каким образом это вы достигнете компромисса, это уже как бы вам решать. Идите к нам на компромисс, предлагайте нам свое решение. Валерий Лапшиновский, будь ласка. Ну, фактически представники громады Пятихаток уже декларируют общественные слушания, которые затянулись. У них один только пункт – лес уничтожать не надо. И я хочу сказать, практически невозможно доказать, что гольф-поле – это лес. Насколько депутат здесь не говорит, сколько вырублено деревьев. Ежик должен идти, ежик не летает, и он лунки обходить не будет. Он должен от одного дерева перейти в другое и уснуть в прикорневом дупле, чтобы вы знали. Поэтому идет... разговор о уничтожении леса. И жители Пятихаток, сколько в общественных слушаний не проводили, определенная часть этих жителей, там 6 тысяч, 5 тысяч, против уничтожения леса. И пока господин Сапронов не поймет, что компромисс лежит в любой плоскости, кроме одного пункта уничтожения леса, будет разворачиваться эта конфликтная ситуация, которая в том числе дискредитирует сам гольф, которому раньше, например, лично у меня была куча симпатий, но чем дальше, тем просто это ассоциируется с каким-то варварством, я вам скажу честно. Дякую, пане Валерію. Я хотів би лише додати до нашої дискусії, що сьогодні ми з'ясували надзвичайно важливі речі, те, що без компромісу досягнення вирішення цього конфлікту неможливе. І сьогодні є шляхи для досягнення цього компромісу. Вони тут сьогодні називали. Це і проведення громадських слухань, це і повернення до висхідної позиції, обговорення на етапі ухвалення рішення, яке вже сьогодні є. Це, мабуть, і інші заходи, які от пропонувала місцева громадська організація «П'ятихатки Наш Дім». Єдине, що хотілося б, щоб... пошуки цих компромісів відбувалися в цивілізований спосіб, у правовому руслі, щоб враховувалася і думка громада, і експертиза екологічна, якої на сьогодні ми зрозуміли, що або її немає, або вона приховується від громадськості. І таким чином вдасться запобігти подібним конфліктам, які сьогодні у Харкові, на жаль, у Харкові стали вже постійними. Мова йде не лише про вирубку 27 гектарів лісу, а й про інші зелені ділянки, які огороджені, масово огороджуються заборами. Ніхто не знає, що завтра виросте на місці зелених насаджень.
Отже, я сподіваюся, що до цієї дискусії, яку ми сьогодні започаткували, приєднаються інші зацікавлені особи, зокрема представники гольф-клубу, які сьогодні відмовилися прийти до нас у студію, представники управління охорони природнього середовища у Харківській області, які також не змогли взяти участь у цій розмові, і найголовніше – представники місцевої влади, які, власне кажучи, і благословили своїми нерозумними рішеннями цей конфлікт. Через те ми сподіваємося, що цю дискусію ми будемо продовжувати, принаймні будемо уважно спостерігати за тим, як розвиватимуться події, оскільки нам не байдуже, в якому місці жити і чим дихатимуть наші діти. Ще раз дуже дякую всім вам за участь у нашій передачі, бажаю успіхів і до наступної зустрічі в ефірі.